Более 150 школьных базаров будут работать в августе и в начале сентября в Берестейском регионе. В городе над Бугом ярмарки традиционно будут проходить по улице Гоголя и Московской. В этом году количество желающих представить свою продукцию не уменьшилось. 40 субъектов хозяйствования, а это предприятия торговли и промышленности, индивидуальные предприниматели в выходные дни будут работать на торговых площадках Бреста. Уже в августе, вот сейчас, когда дети вернутся со своих деревень, с отдыха, естественно, родители должны идти в магазины и покупать товары к школе. Значит, на сегодня у нас сложилась такая традиция проводить ярмарки «Школьный базар» по улице Гоголя. Здесь у нас такая улица, где как бы доступна для всех районов города, где можно всем родителям с детьми приехать и купить все необходимые товары к школе. Традиционно на ярмарках будут представлены письменные принадлежности и канцелярские товары, ученические ранцы, книги и учебные пособия, одежда и обувь для школьников. Особенно и детей, и родителей порадуют скидки и акции. Дополнительные льготы будут предоставлены многодетным семьям. На улице Гоголя мы проводим, кроме того, что просто продаем, еще делаем небольшие скидки для того, чтобы привлечь покупателей. Всегда скидки организовывает ООО «Брестский ЦУМ», «Детский мир», «Текстильторг». По улице Гоголя школьные базары будут проходить по выходным, начиная с 16 числа. А в районе рынка открытого акционерного общества «Брест-Юбилейный» по улице Московской ярмарки разместятся 6 и 7 сентября. Кроме уже предусмотренных выездных распродаж, детей и родителей ждут в главных универмагах города, где в отделах школьного ассортимента можно подобрать все необходимое.